Святая Земля – это место, где протекала жизнь Иисуса, Его деяния, чудеса и пророчества, и последняя высшая жертва. Взглянуть на сердце Израиля глазами Иисуса прибыли паломники из России, сестры-служительницы Иисуса в Евхаристии. И первое место остановки паломников – Базилика Благовещения в Назарете, там, где Слово стало плотью. Современная церковь построена над криптой, где находится грот Девы Марии, где, по преданию, Мария услышала благую весть от архангела Гавриила о своем будущем материнстве. Дальнейшая остановка паломников – городок Эйн-Карем. Здесь, в гроте Бенедикта, родился святой Иоанн Креститель. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Слышь, просветить сидящих во тьме и тени светлой, направить ноги наши на путь мира. Здесь же, в Эйн-Кареме, произошла встреча Девы Марии с родственницей Елизаветой. Теперь, на склонах скалистого холма, стоит церковь Магнификат, как память об ответе Богоматери. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, «Тиграла молитвы в очереди ее, и Елизавета исполнилась святого духа». Вифлеем. Вот эти крошечные врата смирения ведут в базилику Рождества, которая поражает посетителя своей грандиозностью. Но самым почитаемым местом паломников является грот Рождества. Эта серебряная звезда указывает на точное место рождения Иисуса. Из грота Рождества паломники попадают в церковь и монастырь Святой Екатерины. Именно здесь каждый год служит торжественную мессу в ночь Рождества. А в одной из пещер монастыря, по преданию, жил и работал святой Иероним. Он провел последние 35 лет своей жизни, переводя Библию на латынь. Да вы что? Это ваш брат. В храме пастухов ангел возвестил пастухам о рождении Иисуса. На берегу Тивериадского озера Иисус приумножил хлеб и рыбу и несколько раз подтвердил первенство Петра. А на холме, возвышающемся над Тивериадским озером, стоит церковь блаженств. На ее месте люди услышали от Иисуса проповедь о 8 заповедях блаженств. Конечная точка любого паломника – это Иерусалим. Этот город в течение многих веков подвергался набегам и грабежам, но тем не менее остался домом мира. Иерушалаим, что с древнееврейском означает «город мира». Одну видим? Да, отсюда Иисус выгнал. Но это только вот стены эти остались, а все, что построено, сегодня мусульманское. В храме Тайной Вечери, который по преданию Христос даровал церкви таинства Евхаристии, сестра Екатерина Эцель празднует 25-летие своих монашеских обетов. Всем сердцем желаю до конца жизни подражать моему божественному Искупителю Иисусу Христу и служить распространению славы Божией. Память установления Евхаристии на этом месте обновляет обеты и вся конгрегация сестер евхаристок. Вот Маковеевская лестница, по которой ступал Иисус в вечер Святого Четверга, когда шел на молитву в Гефсиманию. А в храме всех наций на большом обломке скалы молился ночью перед казнью. Здесь, в гроте Гефсимании, Иисус, преданный Иудой, был арестован. Но ученики, которые мы видим здесь, перед нашим духовным взором, это одни, которые спят, и другие, которые предали. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Виа Долороза, улица скорби. По ней началось скорбное и мучительное шествие Иисуса по направлению к Голгофе. Храм Гроба Господня является главной святыней христианского мира. Он стоит на том месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус. При входе в церковь лежит плита. Здесь помазали тело Иисуса после снятия с креста. Гробница Гроба Господня – место, где закончилась история земной жизни Христа до Его воскресения из мертвых. И это конечная остановка наших паломников. Пройдя такой путь, они действительно могут заглянуть на сердце Израиля глазами Иисуса.